ляпается. Тебе тоже? Да. Нет. Как ты можешь? Давай, давай, вперед. Вот она еще одна обезьяна причапала. Я не обезьяна, меня а не кто надо ты? А не то, у меня есть скрытная... Вот так. Теперь поворачивай, поворачивай, Кира. Кир, наверх заползай. Да. Убежал. Только садись на попу, пожалуйста, а то она там шмякнула. Сейчас я не снимаю, сейчас Кира снимает. Хорошо. Давай, езжай, я тебя ловлю. Сразу не было. Классно? Классно. Еще пойдешь? Давайте, подержите. Надо сильно! Теперь подожди, нет, подожди. Теперь вставай. Вставай. Пройди здесь ровно. Ровненько иди. Еще? Нет, это пусть мама раскатывает. Нет, она нет. Садись. Двумя руками держись. Это мама, это мама! Да, я раскручу, все, держись. Мама! Я кручу, я. Мама! Больше других нет. Класс? Высоко? Ты аж подпрыгиваешь. Не выпадешь? Наверное, нет. Пойдем. Мне ехать долго. Держись. Ой. Ой. Чуть-чуть раскачивай. Все, останавливаемся. Нет, чуть-чуть раскачивай. Чуть-чуть раскачивай. Ого! Держись! Да держись же! Ты заходила туда. Там она на меня девочка напала и начала меня. Я тебя пугаю, пугаю, и мне не даю слезть. Почему? Я не знаю. Хватит меня снимать. Я у вас быстрее раскачаюсь. Вот ты же ножки поранишь. Она раскачивается, видишь, ногами. Ты... Гарю по лицу. Не, так ты его и качни еще. Крутани и качни. Слабенько. Сейчас только ты меня будет. Ай! Все, я больно. Больно мне, больно? Зачем ты? Отомстила, да? Я не хотела. Где? Дома. Остались. Папа, видишь, смотрит, чтобы маму никто не обижал. Утки. Пап, ты, по-моему, асфальт снимаешь, нет? Я еще, наверное, знала, что если утки-каратисты, они могут убить человека. Таких уток я не знаю. Они могут положить человека на лопатку. О. Я думал, ты съедешь. Тут есть стол и стул, папа. Где? Он не падает. Он не скользит. Его нельзя трогать. Тоша. Что? О, пацан медленного действия. Вот. Ползи, ползи.
Кира. Коко. Папа, смотри, вот. Да, выходи. Ты тоже так умеешь? Да. Папа, ты же взрослый, иди поучи. Да, спасибо. Ну? Пойдем. Ручку давай. А? Ну, поедим уже. Пойдем поедим. Марин, ребенок сказал, пойдем поедим. Мы проголодались, видишь, Антон тоже проголодался. Чтобы ты мог либо проголодать, ну как вот, играть, так сказать, да? Просто фонарь, ну, все. Повысится доллар, там, или какой-то там, этот самый, повысится или понизится. Если ты угадал, то перечисляется такой.